рядом. Виталь, красной точки, и там снимаешь поводок. Давай. Заходи. Рядом. Работаем. Пожалуйста, можно на линию ставить. Рядом. Участник под номером 75. Неплохую работу показывает собака, физически крепкая, довольно-таки хорошая борьба. Но мне хотелось бы видеть более полные, плотные, сильные, крепкие хватки. Собака на внезапном нападении в фазе давления сползает с рукава, активно достаточно жует. Поэтому минус 5 баллов штрафа. И чуть внимательнее должна быть в фазе охраны помощника, минус 1. Оценка за навык 14 из 20. Предотвращение побега. То же самое, собака мне хотелось бы, чтобы чуть крепче держала, но здесь я уже гораздо меньше снял, 1 балл. И недостаточно настороженность в фазе охраны помощника. Чуть внимательнее должна быть, сохранять корректную позицию, не смотреть по сторонам, и не делать, что отползает.
Но здесь тоже все еще в пределах нормы, всего лишь минус 2 балла. Самооценка 17 баллов. Лобовая атака. Здесь на лобовой атаке достаточно сильно уже в момент хватки, в фазе давления собака жует, ползает. Значительно крепче должна и увереннее быть хватка, полнее, сильнее. И достаточно более внимательно собака должна быть в фазе охраны помощника. Так в целом собака достаточно управляемая, очень внимательная и послушно ведет себя на боковом конвое и в момент забора стека вот, помощника. Минус 6 баллов, 14 сегодня. Да, вот получается 14 внезапное нападение, предотвращение побега 17, лобовая атака 14.